Здравствуйте, дорогие мои друзья! Вот сегодня, 25 марта, я занимаюсь посадкой сидератов. Вот прополола грядочку. Здесь у меня сидели сидераты, посеянные под зиму, где-то в октябре месяце. Вот я их выпалываю такой вот тяпочкой. Собираю ведерочко, и эта зелень идет у меня на корм курочкам. Вот мои курочки будут кушать вот эту зеленую травку. Она очень сейчас им полезна, так как организм за зиму истощается без витаминов, а это очень полезные витамины. И вот я эту выпалываю, травку сидераты, а следом сею. И здесь мы потом на этой грядочке посадим картошку. Вон у меня следующая еще грядочка, тоже сажена под зиму в октябре месяце. Тоже вот сидераты, тоже пойдут на корм моим курочкам. И у нас много сидератов, и на весь апрель месяц с них хватит корма зеленой травки. Вот так вот. Это я грабельками все разровняю, подровняю, подсыплю, где у меня неровно насыпано. И курочки мои тоже. Посадим картошку, и когда взойдет картошка, пшеница будет мешать, мы будем ее вырубать и тоже отдавать курочкам или оставлять на месте картошки как удобрение. Ну вот и все, что я вам хотела показать. До свидания.